1969 году ушел из жизни советский и российский актер и журналист Олег Гусейнов. Он умер во время отдыха в Абхазии. При тем, как Олег Гусейнов заболел коронавирусом, некоторое время он боролся с инфекцией, вызвавшей ряд осложнений. Утром 18 сентября его сердце остановилось. В настоящее время родственники Олега Гусейнова решают вопросы организации его похорон. Олег Гусейнов был выпускником Кабардино-Балкарского университета и Московского государственного института театрального искусства. Почти 30 лет он проработал в Русском драматическом театре имени Горького в Нальчике. Зрители помнят актера по таким фильмам, как «По Таганке ходят танки», «Казино», «Дорога на край жизни», «По небу босиком» и «Глубокие реки». Работал в одной из самых популярных в республике Кабардино-Балкарии газет «Газета Юга». Заслуженный артист Кабардино-Балкарии.